Всех приветствую, дорогие друзья, на своем канале «Магия успеха. Второе самопознание». С вами Наталья, кто со мной еще не знаком. От всей души благодарю всех тех, кто подписывается на мой канал, кто ставит лайки, пишет комментарии. Огромное вам за это спасибо. Мне это очень приятно, меня это очень вдохновляет. И для меня, на самом деле, это очень важно. Благодаря вам, вашему вниманию к моему каналу, мой канал растет, продвигается. И это на самом деле здорово. Как здорово для вас, так и хорошо, конечно же, и для меня. И я, в свою очередь, желаю вам, конечно, процветания. Пусть вам удача всегда сопутствует ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Ну и давайте сегодня будем смотреть расклад на тему. Расклад общий. Это не индивидуальный расклад, поэтому, пожалуйста, очень внимательно слушайте сигнификацию, то есть описание вашей ситуации. Если подходит, то, конечно же, продолжайте смотреть. Тема нашего расклада сегодня – его мысли о вас. Именно сейчас, да? На сейчас, тогда, когда вы открыли это видео. Его мысли о вас сейчас. Давайте посмотрим. Вы, в свою очередь, визуализируйте, пожалуйста, своего партнера, представьте его, почувствуйте его, какой он сейчас, что он примерно сейчас делает, чем занимается, где находится, да? Попробуйте представить, в каких условиях человек находится, о котором вы хотите сейчас узнать, а именно узнать его мысли о вас. Для нас, девочек, ну, вообще всегда очень важно и любопытно, о чем думают о нас другие люди, да? Ну и так, я надеюсь, вам уже времени хватило, чтобы сосредоточиться на своем загаданном человеке. Ну и давайте смотреть вашу ситуацию на сегодняшний день. Что между вами? Что между вами? Между вами какие-то затруднения, трудности, какие-то препятствия. Вы знаете, они уже как укоренились. Ничего такого сверхглобального, хорошего уже давным-давно ничего не происходит. Такое ощущение, что все замерло, такое ощущение, что все, ничего невозможно исправить, ничего невозможно изменить. Все как-то вот тяжело, грузно, и эта ситуация уже идет длительный период времени. Как вы себя чувствуете в этих отношениях? Отношения ваши не развиваются. Совсем не развиваются. Как вы чувствуете себя в этих отношениях? На самом деле вы бы хотели уже упорхнуть из этих отношений совсем, как говорится, без оглядки. Куда-то вы уже все равно хотите лететь, бежать, стремиться, потому что вы хотите счастья, вы хотите радости, вы хотите какого движения. Вам вот это вот какая-то непонятная стагнация, какая-то постоянная безмолвная тишина, она до того вас уже замучила, измучила, и вы хотите уже все бросить, поставить, как говорится, точку, жирную точку, развернуться и уйти, и пусть как будет. Понимаете? И пусть как будет. Вот у вас на сегодняшний день сейчас вот такое эмоциональное состояние. И вы на самом деле уже, ну, будем говорить, практически уже шагнули в будущее. Именно в свое будущее. В хорошее, в прекрасное будущее. Вы даже его где-то уже себе рисуете. Визуализируете, представляете его, как это у вас будет, какая семья у вас будет, возможно, какие детки у вас будут, если, конечно, вы в репродуктивном таком возрасте, да? Если же у вас как-то уже есть семья, в принципе, да, но ничего такого там хорошего не происходит, вы хотите все равно как бы что-то новое, какую-то новую лепту внести, да, то есть что-то поменять глобально. То есть в любом случае вы настроены на то, чтобы либо поставить жирную-жирную точку. Девочки, у всех разные ситуации, у всех как бы кто, у всех разные статусы, и у всех могут быть разные обстоятельства. И получается, что кто-то хочет поставить жирную точку, а кто-то хочет, ну, хоть что-то поменять, ну, хоть что-то, какой-то прогресс, чтобы происходил. Потому что в данной ситуации, ну, действительно, вас уже изнемождает. Как чувствует себя партнер в этих отношениях? То есть загаданный вами человек. Как он себя чувствует в этих отношениях? А он запутался на самом деле. Он вообще не понимает. Его, знаете, как вихрем закручивает в событийном ряде.
И он запутался вот в этой сети какой-то непонятной и не может оттуда выбраться. Что-то его сковывает, какие-то обстоятельства его сковывают. Что-то, вот понимаете, из-за того, что его сковывают обстоятельства какие-то, это, возможно, извне обстоятельства, либо сильно дома как-то много обязательств, что-то такое, да. И вот у вас внутри ваших отношений получается очень тяжелая ситуация, и вот это вот... Тяжесть, она не уходит грузом, понимаете? И человек запутался и не понимает, как вот из этой паутины ему выбраться. Его очень быстро, знаете, чуть ли не со скоростью света вот так вот закручивает. И все с каждым разом его все больше и больше по рукам и ногам связывает. И он, грубо говоря, уже ни рукой, ни ногой пошевелить не может. Он сейчас находится вот в таких каких-то... ограниченных обстоятельств, которые не дают возможности ему действовать. Вот так вот, девочки, я скажу. Не дают ему никак действовать. Если вы чувствуете, что эта ситуация с вами резонирует, совпадает, то, пожалуйста, продолжайте смотреть. Давайте посмотрим. Зададим вопрос, что думает о вас именно сейчас загаданный вами человек. Что думает о моих девочках? Загаданный человек, что думает? Давайте посмотрим, что думает. Возможно, у вас отношения, это ваш брак, как вариант. Возможно, вы находитесь в законных отношениях, у вас брак, и действительно на сегодняшний день вот над вашей семьей, над вашим домом сгустились такие тучки недопонимания, да, каких-то ссор, каких-то обстоятельств, которые действительно разрушают ваши отношения, но в ваших отношениях все равно присутствует вот эта вот чистота чувств. То есть между вами есть привязанность, есть чувственность, есть любовь, есть даже понимание друг друга. Но какие-то обстоятельства сейчас, к сожалению, не дают вам полноценно общаться друг с другом. Нету этого общения. И он об этом думает. Возможно, еще такой вариант, что у вас цикличные отношения. То есть то у вас хорошо, то у вас плохо. То у вас хорошо... то как-то вот все не получается, свидания как-то срываются постоянно, опять вклиниваются какие-то обстоятельства негативного характера, которые не дают вам соединиться, да, побыть друг с другом вместе. Также здесь еще как вариант для тех, кто находится в трех либо четырехугольниках, девочки, то же самое. Скорее всего, здесь будет идти информация, что вы смотрите на женатого человека, и из-за той ситуации, в которой находитесь, то есть это треугольник, человек занят, и у вас никак не получается с человеком встретиться. Вот такие вот. И об этом думает ваш загаданный человек. То есть камнем преткновения все равно стоит какой-то третий фактор. Невозможность общения с вами. А ему очень хочется. Ему очень хочется. Потому что человек в вас влюблен. Карты сразу это показали. Человек к вам влюблен. У него искренние к вам чувства. Давайте посмотрим, что еще о вас человек сегодня думает. Сейчас, прямо сейчас. Что он думает о вас? Он запутался. Вот как изначально я сказала, по сигнификации человек запутался в собственной паутине, да, но опять паутина, это могут быть разные обстоятельства. Его мыслительный процесс, понимаете, вот в его голове он не может найти выход. У него очень много мыслей, и он не может найти правильное решение. И он борется сейчас с двумя своими такими ипостасями. Это с темной стороной и светлой стороной. Он не знает, чью сторону ему принять. На самом деле, ему тоже сейчас не сладко, ему нелегко. Человек в недоумении вообще, как ему поступить. То ли ему...
все-таки выбрать один путь, то ли ему выбрать другой путь, понимаете, и у него идет внутренний конфликт, идет внутреннее противоборство, потому что вы для него являетесь человеком, вы являетесь его семьей, понимаете? Вы являетесь, даже если вы не в браке, вы все равно для него родной человек. Он считает вас своей семьей. Вы такой человек, который может создать ему уют, комфорт, заботу, тепло, понимаете? Вот этот вот тепло, вот этот вот теплый семейный домашний очаг. Он это прекрасно понимает, но в связи с тем, то, что какие-то обстоятельства превалируют на сегодняшний день, на сегодняшний момент, он запутался и не может выбраться из этого лабиринта. Как бы он ни старался, что бы он ни делал, не получается. Не получается, и у человека из-за этого разбивается сердце. На одни колоды, вот разбитое сердце. И он, у него идут очень сильные душевные переживания. Вот представляете, когда сердце кровью обливается, он... тяжесть, возможно, даже человеку трудно дышать от того, что он не может принять правильное решение. Он не может принять правильное решение. Давайте еще посмотрим, что на сегодняшний момент, на сейчас думает о вас загаданный человек. Думает о вас загаданный человек. Что еще думает? Знаете как, ваш загаданный человек все-таки, у него идет такой процесс, он желает взять на себя определенную ответственность по императору. Взять на себя ответственность и вывести ваши отношения в более такое чистое, душевное, глубокое, эмоциональное состояние, чтобы, понимаете, вот такое ощущение, что он постарается сделать все для того, чтобы ваши отношения ничего, вашим отношениям ничего не мешало, ничего не препятствовало, чтобы они были чистыми, честными, никаких подводных камней, чтобы ничего этого не было. Вот понимаете, вот чистота. Вот именно чистота отношений. И чтобы это была глубина этих отношений. Вот ваш загаданный человек планирует, ну как бы думает, да, что он будет брать все-таки ответственность за вас и за эти отношения, потому что для него важна эмоционально-чувственная сфера. Хоть он и император, человек сильный, человек такой целеустремленный, человек твердо стоящий на ногах, он знает, что он хочет, он знает, как он хочет, самое главное, да, он знает, что на нем лежит ответственность. Так вот, на правах настоящего полноценного мужчины он все-таки планирует, думает, в голове уже прокручивает, потому что у него очень много мыслей, там рой мыслей в голове, он все-таки думает, что нужна ему эта эмоциональная глубина, потому что он без нее не может. Именно вы даете ему эту эмоциональную глубину. И ваши отношения он бы, конечно же, хотел, чтобы были они, знаете, прочными, крепкими, неразрывными, чтобы ваши отношения пустили глубоко корни. Если вы уже в браке, то, естественно, он хочет, чтобы это ваш союз так и оставался и продолжался, и, как говорится, еще больше было развития в ваших отношениях. Если же вы не в браке, то человек все равно хотел бы, чтобы это было надолго, понимаете, чуть ли не на всю жизнь. Вот этого человек бы хотел. Это в его мыслях. Это в его мыслях. Он потому что знает, что вы надежный человек. Понимаете, как еще идет, да? Он мало того, что он уверен в себе, что он сможет вот по взять ответственность за ваши отношения, и он уверен в том, что вы тот человек, который ему подстать. Вы такая же сильная, вы такая же могучая. Вы много чего можете. Ваш союз будет очень крепким, мощным и плодотворным. Я вот даже так могу сказать. И еще такой вот момент. Ваш загаданный человек видит в вас себя.
Понимаете? Он видит, вы его отражение. То есть это, возможно, очень много совпадений. Я не знаю, там музыку любите, к примеру, слушать. Вы любите одни и те же блюда, к примеру, да? Возможно, у вас какие-то одни и те же привычки. У вас много совпадений. У вас много совпадений, и он действительно видит ваше отражение. У вас даже, знаете, взгляды на этот мир, принципы на жизнь, и то могут совпадать. И он понимает, что вы его родной действительно человек. Вот по здесь по оракулу очаг, он действительно считает, что вы для него родной, самый-самый родной человек на этой земле, на этой планете. Давайте посмотрим тогда, что у вашего загадного человека в чувствах к вам. Вот так вот, мыслями. А что вот именно сейчас, вот прям думая о вас, какие он эмоции ощущает, да? Что он чувствует именно вот в этот момент? Давайте посмотрим, что он чувствует в этот момент. Я так понимаю, что у человека какая-то осознанность к нему приходит постепенно. Постепенно приходит какая-то осознанность. Девочки, огонь, страсть, жар. Он полыхает весь внутри. Вот у него прям, я могу сказать, это вот даже на физике проявляется. У него энергия, он может себе не находить места, он может передвигаться из одного угла в другой угол своей комнаты, либо еще как-то в движении где-то. То есть он сейчас активен. Вот эти мысли его активируют, будем говорить так, да, на какие-то быстрые действия. То, что сейчас, допустим, он делает, у него есть энергия что-то делать, понимаете? Вы какой мощный заряд ему даете. Он только о вас подумает, и сразу ему хочется что-то творить, что-то делать, потому что действительно энергетика мощная, наимощнейшая. Еще какие эмоции к вам человек испытывает? Вы его судьба. И это он понимает. И это ему по судьбе. Этого ему не избежать. Понимаете? Между вами страсть. Он к вам испытывает огромную страсть, и это по судьбе. И это по судьбе. Но еще же в тот же момент он понимает, вот из-за невозможности, допустим, сейчас с вами как-то вот прям близко быть друг с другом, коммуницировать, быть объединенными, быть вместе, он из-за этого, конечно же, сильно тоже страдает. Вот его, и он тоже понимает, что это ему по судьбе, это нужно ему для чего-то, да? Для чего-то это ему нужно пройти. Я, наверное, следующий расклад сделаю на тему, для чего вы встретились, да, друг для друга, да, задача ваша какая. Интересно будет посмотреть, интересно будет разобрать эту тему. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы смотрите на то, чтобы нам рассмотреть тему, для чего вы вообще встретились в этой жизни, да. Ну и давайте посмотрим совет вам, как вам себя вести, как вам, подсказка своего рода для вас, да, как вам нужно себя вести сейчас с загаданным человеком. Может быть, что-то сделать, да, либо вообще ничего не делать. Давайте посмотрим, что скажет нам карты. Оракул, полнолуние, что они нам скажут. Подсказка для моих девочек. Хочу сказать таким образом. Постарайтесь вести себя очень мудро, загадочно. И вот свою, если, допустим, человек к вам проявится, к примеру, да, то постарайтесь вести себя, давать ему эмоции дозированно. То есть не сразу. Не надо. Немножко будьте такой скрытой, застенчивой, потому что вы такая девушка, вы действительно госпожа, вы достойны лучшего, вы знаете себе цену, вы знаете, что вам нужно тоже, как вам нужно. По императору, да, он тоже такой же, как и вы. Вы зеркалите друг друга, вы похожи друг на друга. Поэтому вам необходимо сейчас взять такую тактику, такую позицию дозированно. Не надо сразу как бы ему прям вот как,
Вася, я люблю, я с тобой навеки, да? Ну, такую не надо позицию брать, а все-таки постепенно давать ему направление, давать ему по чуть-чуть свои чувства, свое внимание даже в конце концов, да? То есть будьте на страже своих интересов в любом случае. Ну, вот такой был сегодня расклад. Благодарю. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Если кому-то необходимы личные расклады, конечно же, в любой момент вы можете обратиться ко мне. Контакты под видео в описании. И присоединяйтесь дополнительно к моему телеграм-каналу. Там вы тоже найдете для себя очень нужной и полезной информации именно для понимания, кто я, что я, для чего я, ну и вообще, что происходит. Я с вами прощаюсь, желаю, как всегда, всего наилучшего. Пусть сегодняшний день будет лучше, чем вчерашний. Пока-пока, до новых встреч!